Было хорошо, и можно развивать и Дальний Восток, и находку. Просто если мы победим коррупцию, тогда у нас все будет хорошо. А если у нас, как говорится, министры воруют и потом переходят на другие должности и ничего не происходит, да, то так оно и будет. Это будет просто вкачка денег опять в никуда, и опять люди останутся ни с чем. Просто нужно ставить нормальных, порядочных людей, которые будут думать и о своей жизни, и заботиться все-таки о людях, для которых они работают и стоят на этой должности. Вот и все.